Встречались команды из подвала таблицы, и каждой победа была нужна как воздух. В зашкаливающей по напряжению встрече удача оказалась на стороне гостей. В который раз приходится констатировать, что по игре оренбуржцы были как минимум не хуже. Если посмотрим все наши прошлые игры ЦСКА, когда мы проиграли на выезде 5-1, там, да, могу сказать, что соперник выглядел лучше, а все остальные игры, я бы сказал, что кто-то из соперников очевидно был лучше нас. Мы показывали хороший футбол. Но вот из-за таких небольших деталей, мелочей, мы, это, скажем, эту победу из рук упускали. 53% на 37%. Количество ударов 19-8. Угловые 8-1. Все в нашу пользу, кроме счета. Гости нанесли всего 3 удара в створ и забили 2 гола. Причем совершенно неочевидные, через гущу защитников. Хозяева ответили одним. Красивейший удар с лета нанес Башич. Были еще хорошие моменты, но то не хватало последнего результативного действия, то считанных сантиметров, то спасал вратарь нижегородцев. В итоге 1-2 к громкому негодованию 3500 болельщиков на газовике. Дома проиграли такую игру, такую важную игру, просто сейчас не могу ничего сказать, честно. Команда находится в настоящей психологической яме. Полное впечатление, что после стартовой победы над «Спартаком» Оренбург сглазили. Без выигрышной серии уже 13 матчей, а ближайшие с лидерами «Локомотивом» и «Зенитом», причем в гостях. Сегодня играем с железнодорожниками на кубок. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня.